Сегодня покажу вот такую удивительную вещь. Это самый, пожалуй, маленький из всех известных мне ЦАПов. В последнее время очень многие компании стремятся выпустить устройства как можно меньше. Я уже даже писал про несколько из них. Это Hi-Fi Me Do It Yourself на базе 9023 Sabre, а также Resonance Heros на базе 9012 Sabre. Но малазийская компания Stoner Acoustics весьма удивила, выпустив свою новую модельку UD120 на базе чипа PCM. Собственно, они недолго думали и все поместили вот в этот вот USB-разъем, достаточно компактный. С этой стороны выход 3,5 мм, тут USB-вход. Подключается к компьютеру. Если добавить, вернее не если, а нужно добавить какой-нибудь усилитель, например, тот же FIO, получается отличный, интересный сетап. Очень маленький, портативный и весьма неплохо звучащий.